Доброе утро. Доброго ранку. Вітаємо у нашій студії гостей Вікторія Вагжанова, директор імідж-центру Ольга, та Єлизавета Горчана, володарка гран-прі міжнародного конкурсу Stars of the World. Доброго ранку. Доброе утро. Доброе утро. Нам дуже приємно, да, вітаємо вас з перемогами і приємно вітати у цій студії вас з новими і новими здобутками. Розкажіть, будь ласка, що це був за конкурс і коли він відбувся? Ой, ви знаєте, я вас так давно не видела і рада видеть. І хочу сказати, що літо пройшло у нас дуже активно, ярко. Як я провела літо? Ну, як я провела літо? Да. Ну, то, много було конкурсів. Зараз ми перейдемо к цьому. Не вистачило. Да. Ну, я просто, ми позавчора вернулись з кінофестивалю Next, і я хочу, я даже не знала, що буде Дима ведущий, но я хочу вручити йому приз від кінофестивалю Next, поскольку він нас підтримував і допомагав. Пожалуйста. А об этом кстати, фестивале да, расскажут Мария, другие. Класс, еще одна чарка. Да. Одесская киностудия. Да, Одесская киностудия и кинофестиваль. Это так смело. Летом было много проектов. Вот интересный проект был в Болгарии. Stars of the World. Это фестиваль, который ну, объединяет многие виды искусства. Мы были там представлены в трех номинациях. Это театр моды наш, Ольга, да, мы получили вот такой вот титул, возили свою коллекцию, выступали вместе с Лизой. И, конечно, в этом году у нас два достижения таких. Это гран-при Леры Пустовойт, которая сегодня отсутствует, но она получила очень такой почетный титул благотворительного фонда Александра Ангел. Это фонд, который создан в Болгарии и направлен на работу против, вернее, ну, на работу с людьми по противодействию насилию над детьми. И Лера получила такое задание от руководства этого фонда подготовить благотворительную программу и в следующем году показать, что делается у нас в стране вот в этом направлении. Поэтому я люблю такие социальные проекты, благотворительные проекты, и мне очень приятно, что именно нашу девочку выделили в этом, поскольку она показала себя там вот очень доброжелательной, активной, всем помогала, было очень много иностранных детей, да, но она со всеми общалась, и вот организатор, это руководитель фонда, просто это неожиданно для всех, она на сцене вручила ей этот титул, ну и дальше она уже будет работать в этом направлении. И еще одно направление, это вокальное, да, вот мне очень приятно, что у нас участвовала Елизавета Черная, ой, извините, Елизавета Гречаная, вот, и она, наверное, больше расскажет о своих впечатлениях об этом конкурсе. Да, так. Якщо можна, будь ласка, поділіться. Елізавета. Так, звичайно. В першу чергу мені б хотілося подякувати імідж-центру Ольга, тому що я, скажімо так, не слідкую за всіма конкурсами, які проходять, а те, що мене запросили, це була велика честь представляти Україну, так як із України вокалісткою я була одна. Було 8 країн. Ось і представляла Україну я. І ще, звичайно, хотілося б сказати дякую. Мені дуже допоміг мій керівник торгового дому «Соєвий Вік», так як я працюю в аграрній фірмі. Ось підтримували, надавали допомогу. Ось і писали в Фейсбуці. Писали так. Ось підтримували. Ну, що я хочу сказати, дуже-дуже велика конкуренція була, так як і діти, і дорослі були дуже сильні. Була і Росія, і Болгарія, Ізраїль, Угорщина, Румунія, дуже багато країн було. І, скажімо так, одній українці було дуже складно. Ось, дуже сподобалася школа болгарська, тому що діти дуже сильні, і діти, і дорослі. Багато експериментували, такі, знаєте, драйвові дуже. Ось було багато чому повчитися, особливо в діток. Ось, які нічого не боялись, виходили на сцену, так от, дуже сміливо. Так, а яку пісню виконувала? Українську чи якусь іноземну? У мене було дві номінації. Номінація «Пісня на рідній мові», я співала «Черемшину». Ось, і в номінації «Пісня Філіпа Кіркорова», з репертуару Філіпа Кіркорова. Так, болгарського перця. Так, так. Так, як у нас… Любимця Болгарії. У нас в журі був тато Бедрос Кіркоров. Ось, надавав майстер-класи, було дуже цікаво, неймовірно, як для вокаліста. Ось такі емоції, знаєте, особливо, коли надає такий ас, так як він оперний співак, можливо, хтось не знає. Ось, тому було дуже яку цікаво. Яку пісню ви його обрали? «Я за тебя умру». «Я за тебя умру».
Будь ласка, ну, майже не виграєш, не виграєш. Ну, була конкуренція, було в них цікаво, що кілька номінантів виконували одну і ту ж пісню. І, понятно, що лучше, да? Члени журі теж оцінювали по емоціональному, по вокальному содержанню. Ну, коли Ліза пела «Черемшину», понятно, що у нас була українська делегація, і дуже нас завжди підтримує Болгарія і Венгрія, да? То багато просто вставали, аплодировали, і, понятно, що Ліза волновалась, скажу вам чесно, коли на перший день увидела, сколько людей на площадке, да, волновалась. Ну, потом как бы опанувала себя и спела очень хорошо. То есть я, честно говоря, как бы ее пригласила, но не думала, что мы дойдем до такой победы, и она получит гран-при. Тут питання. Ви кажете, я працюю в аграрній фірмі. Як з вокалом ви пов'язані? Чи ви займалися раніше, чи зараз продовжуєте цю діяльність? Я ніколи не була з цим пов'язана професійно. Я завжди була як любітель, ось аматор. Так, аматор. Завжди намагалася виступати всюди, де мене запрошують, тому що це от від роботи в аграрному секторі я відмовитись не можу, тому що вона мені подобається, а співати просто не хочу відмовлятись, ось, тому що я це люблю. Угу. Ось, і тому всюди, де мене запрошують, я відкрита до спілкування, відкрита до творчих якихось зв'язків, творчих союзів, ось, тому буду дуже-дуже відкрита комусь іншому. Так, мене запутали. Ми вас запутали, конечно. Я вас всегда путаю. Этот фестиваль был в Одессе, да. А этот фестиваль был в Болгарии. Потому что я смотрю, что вроде бы флаг какой-то. Дмитрий, я же начала сразу сказать, говорю, что мы столько лет там было. Мы и в Литве были, и в Болгарии два раза были. Просто интересно новые проекты. Кино нам интересно, это новый проект. Вы же знаете, у нас центр, да, центр более такой, мы всеми направлениями занимаемся. Поэтому Лизу я знаю еще со студенческих лет, когда она принимала участие в фестивале «Коло друзів». Везде. Я ей предложила, потому что мне интересно было попробовать наших вокалистов. Мини-евровидение я бы назвала это немножечко, да? Ну, вы знаете, вот от России были представители, которые были на российском евровидении. Понятно, мы не будем говорить, нам пришлось очень тяжело, и Лиза это увидела, да? Морально, психологически, потому что у нас было противостояние такое, да? Может быть, даже не столько творческое, сколько... Все-таки Лиза кого-то... Да. Нет, Лиза была просто удивлена, а я все время говорила, а мы будем толерантны, мы будем лучше, а мы Украина, мы ура, мы все. Будем толерантны. Пи-пи-пи-пи. Да. Да. Но не будем об этом. Творческое, может быть, там, начало у Лизы есть уже, и ее уже пригласили коллеги в Молдову на выступление в Кишинев, на большой фестиваль в декабре. Ну, израильтянка, член жюри, она просто в нее влюбилась, она с ней ходила везде, приглашала в Израиль. Так что просто Лиза... Просто израильтяне и украинцы, они как бы вообще очень близко. Да. Так я так розумію, и жюри было международным? Конечно. Тобто представники різних країн, да, и оцінювали. Ну, тобто все чесно. Да, я член жюри тоже была, извините. Все было честно. Все честно. Но я честно. Меня почему приглашают в жюри? Я даже иногда боюсь поставить своим больше, чтобы не сказали, я подсуживаю своим. Но за одну песню я ей поставила 9, а за одну было 10. Ну, это мое. Но конверт делает свое дело. Нет, открыто было. И все. Дмитрий. А я шучу, шучу. Вот как вы относитесь к творчеству? Елизаветы? Да. Дайте послушать мне. Хорошо. Потому что нужно оценивать, когда себе услышал. Если бы вы были в жюри и сравнивали, то вы бы... Нет, так а что вы нас в жюри не запросили? Да. Это мы в Залюнка поехали. Вообще в Болгарию, в Литву, на море. Следующий раз. Классным коллективом. Хорошо. Так, и давайте расскажем, взагалі добрый фестиваль. Дети встигли відпочити, оздоровитися, там и дорослі. Ну вы же видите. Да. Загоревших нет. Репетиции все время были, мастер-классы. Мы не успели. Я была, я вообще ни разу не... Ну, на море я была. Я первый день мы были, и последний день мы прощались с морем. Потому что была большая, да, такая работа. Все время мы были заняты, были посещения, были экскурсии. Ну, это... Ну, экскурсии, правда, это культурная программа. Культурная программа была. Варна, мы были в городе Варне. И экскурсию проводил Бедрос Киркоров, который хотел показать нам дом, в котором он родился. Но мы не нашли этот дом. А теперь дом, в котором он живет, да? Нет. Давайте сравним. Он вообще живет не здесь, но болгары его очень любят, поэтому они сделали первый такой проект песни Филиппа Киркорова в честь
50-летие Киркорова, да, и вот у них сейчас будет в Болгарии концерт, и они всех нас, участников, приглашали, приезжайте на концерт Филиппа Киркорова. А девочка, которая заняла супер гран-при, болгарка Виктория, да, то ей пообещали, что она на сцене во время концерта Филиппа Киркорова сможет с ним спеть дуэтом. Под фонограмму. Я думаю, ну почему? Она пела не под фонограмму, может быть, он споет под фонограмму. Это для вокалистов очень большое значение имеет, поэтому я считаю, что ну, интересные такие были и награды, и в том числе и материальные, поэтому такие конкурсы надо посещать. Ну, приємно, приємно. Зараз прокинувся єврей, буду питати, які там на Єлизавета, ви ж така прекрасна. Да? Ладно. Все це вже поза кадром. Ми вам дуже дякуємо, бажаємо вам подальших перемог, бажаємо вас побачити також, і щоб, знаєте, концерт вашої пісні був, да? Фестивалі конкурсу. А Киркоров був так чисто на розогріві. Да. Дякуємо вам. Хороше настроєння у нас утром. А чому б і ні? І це правильно. Да. Поэтому так, хорошего вам тоже хорошего дня. Спасибо. Вам. Приглашайте. Вы нас, а мы вас. Естественно. Встретимся очень скоро.